Все, прямой эфир. Алло, там начинать, да. Подождите, сейчас. У нас последний день вручения дипломов от доктора Хуана. Да, да. Светлана Мамонтова, да. Подглавляю, да. Раз, два, три. И чуть-чуть упало слово, да, то сначала что, потом сейчас вот какая-то ситуация. Да, первое, я хотела знакомиться с рефлексотерапией, очень хотела узнать о меридианах и, ну, какая связь, вот. Мне очень понравилось учиться у доктора Хуана, очень вообще замечательная школа, я научилась многим вещам, ответы на вопросы я нашла. Да, и стала понимать медицину, ну и связь внутренняя с внешней. Спасибо большое. Да, поздравляю. 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 Молодец, да, поздравляю. Молодец. Я буду с у вас опытом практик, а скажу свой практик. Да, хорошо, обязательно. Ула Лов. Станислав, да. Просто держи. Поздравляю. Сейчас. Сейчас. Я очень благодарен Международной школе восточной медицины, благодарен доктору Хуану. Для меня было очень важно пройти этот курс и понять все тонкости, аспекты энергии, ци, как ставятся точки, находятся, и иголки, куда ставятся. И для меня было очень важно, потому что это настолько было сконцентрировано и настолько утонченно и... Мне очень понравилось. Я вам очень благодарен. Спасибо вам большое. Галякина Татьяна, да. Так, держи. А то нет. Молодец, да. Звездочка. Я хочу сказать, что я очень благодарна вам, доктор Хуан, потому что вы настоящий учитель, вы сенсей, сенсей акупунктуры. И я всем рекомендую специалистам, которые, может быть, где-то не уверены, может быть, прошли обучение, но еще не до конца, обращаться в школу доктора Хуана, потому что здесь вы получите самые основы, которые вас закрепятся навсегда. Очень глубоко все будет. Иногда да. Вы не переучиться, не верите, что могу один. Вы поверите в себя и будете использовать очень легко эту информацию, да, да. Как будто бы вы с ней жили. Можно я вас со временем спасибо. Надеюсь, мы это подлавливаю, да. Чиплука Лина, да? Ага, да. Лина. Лапная Лина. Сейчас. Доктор Хуан, ну я тоже не остаюсь в стороне выразить огромную благодарность. И настолько... дело в том, что у меня было впечатление, я вообще далека от традиционной китайской медицины, и было понимание, что это было вообще все сложно, потому что истинные учителя, ну, как, которые работают традиционно, они очень много учатся. И познать за 4-5 дней это невозможно. Ну, как бы...
Но надо отдать должное, это ну, невозможно. Человек, который настолько просто, доходчиво, все четко, без всяких лишних как бы фраз, воды и слов, все только практика, четко понимаешь, и каждый раз действительно возвращаясь, мы каждый день прорабатывали и запоминали, и структурировалось все в целом. Поэтому вот просто за ваш талант донести и выделить все основное. Огромное-огромное спасибо. Поздравляю, дорогая. Ладно, иногда, если вы не были учиться, они не верят, что 5 лет научил вас, иногда не верят. Когда вы были учиться, вы поняли. Да. Пела Усова Инга, да? Инга. Инга. Микрофон. Сейчас. Сюда смотрите. Угу, отлично. И еще разок. Все. Что могу сказать? Спасибо доктору Павлу. Я когда поехала сюда, это вообще было вообще сразу могу сказать, мечта моей жизни была, которая приносила более 30 лет своей вазе в голове. То есть 30 лет тому назад я начала изучать китайскую медицину. Открыла. Глаза вот такие, что куда меридианы, куда идут. И для меня это была просто какая-то такая грамота непонятная. Ну, там детей родилась, семья туда-сюда приехали. И здесь, спустя столько лет, вдруг вот такое. Счастье мне, здесь с таким прекрасным человеком. Награда. Награда, да. Сколько я вынашивала себе, вот, шла постепенно, шаг за шагом. Спасибо большое, очень понятно, очень доходчиво. Советую всем, кто желает постичь эту науку, приходите сюда. Спасибо вам. Иосиф Яков. Это не русский имя, да. Раз, два, три. На меня смотри, Иосиф. Угу, отлично. Я только на тебя смотрю. Самое яркое пятно сегодня. Да, хочу сказать, что да, сбылась тоже моя мечта давняя. Очень хотел окунуться в мир, в такой огромный мир большой китайской медицины. Окунуться в атмосферу китайской культуры. И здесь вот все вместе это удалось. И очень благодарен вам, доктор Хуан, за то, что вы, уже повторюсь, наверное, настолько четко и сжатые сроки нас научили тому, чему я уверен, мы все будем практиковать в ближайшее будущее. Всем буду рекомендовать, конечно, эта школа, она очень, очень сильная, и хочу вам пожелать огромных успехов и удачи в ваших планах, которые вот сегодня мы слышали, чтобы все у вас состоялось, все было, все хорошее. Спасибо. А я хочу сказать, что это уникальная школа тем, что это российский филиал Пекинского института китайской медицины Ли Хан Лин Тан. Это правда уникально. Елофеева Цоэда. Солнце. Очень хорошо смотрится. Зоя красавица. Я хочу сказать, что эту школу я нашла, опять же, судьбоносно, потому что искала практику. Для меня было важно именно практика.
потому что теорию можно дистанционно, самой, книжки, но никто не даст практику, как найти, куда ставить, с какой силой, под каким уклоном. И для меня это был прям вот единственный выход, единственная школа в Москве, которая мне откликнулась. В России. Даже в России, да, можно сказать. Поэтому и помимо того, что я нашла, как ставить точки, какие точки, за что они отвечают, я нашла всех вас. Мне было безумно просто. Замечательного учителя нашла. Просто это нереально. Я надеюсь, мы все будем общаться, делиться опытом и даже встречаться, делать какие-то, может быть, мини-конференции, желательно в Москве. У доктора Хуана. Антонова Анастасия. Так. Спасибо за простую, доступную подачу материала. В общем, в дальнейшем его еще надо переварить несколько раз и потом как-то выглядеть. Спасибо большое. Подолаплю, да. Салавава Таля. Это моя переводчик. Это. Очень важная переводчик. Это. Даша лучше всех понимает доктора Хуана. Без Даши мы бы сначала не адаптировались бы. Теперь мы все понимаем доктора Хуана прекрасно. Улыбайся, улыбайся. Супер. Да. Это надолго хочу сказать. Когда ты посылаешь запрос Вселенной, ответ тебе обязательно придет. Вот мой запрос Вселенной был научиться этому, поскольку давно это хотелось. И я сюда попала совершенно чудным образом. Первый раз, когда я сюда приехала, я здесь вообще никак не должна была оказаться, и ничего не складывалось, но как-то вот все так получилось, что я здесь. У нас с доктором Хуаном какая-то космическая, видимо, связь, особенно после парочки цигун, да, свободного вообще, да. Поэтому большое спасибо. Изучать у европейцев это нельзя. Это совершенно точно. Нужно идти к китайскому врачу в 7-м поколении, который научит вас найти главное. Найти точку, которая будет центральной в решении всех вопросов. Вот если вы научились найти эту точку, у вас все сложится. Нету ни страха, ничего. Люди к вам придут. Придут, и вы всегда помните, что это вы получили от доктора Хуана. И если что, приезжайте сюда. Не потому, что это Москва, не потому, что я думаю, что если бы это было в любом другом месте, мы бы тоже нашли доктора Хуана. И, конечно, мы все тут так собрались, так сложились звезды. Мы получили, кроме точек, такой багаж знаний. Просто это в голове, я не знаю, как должно уложиться. Во-первых, мы обнулились. Мы оздоровились вообще все, мы все выздоровели, но кроме этого мы переняли еще опыт друг друга, вообще такое, это что-то бешеное. Это вот спасибо большое доктору Хуану, что нас всех тут собрал в этом месте и в это время. Выучила и вылечила. Да, выучила и вылечила. Соколовская Ирина, да? Так. Меняй, как-то улыбнись по-другому, да. Оживи, оживи. Ущипнитесь, да? Обнимитесь, обнимитесь. Обняться просят. Да, да. Вот. О, вот это совсем другое дело. Ира, наш персик. Солнышко. Солнышко. Правда, солнышко, еще какое. Я хочу сказать спасибо коронавирусу, потому что я собиралась ехать в Китай.
потому что в китайской медицине надо обязательно начинать учиться у первоисточника. И благодаря коронавирусу я не попала в Китай, но зато я узнала, что у нас есть замечательный, единственный филиал Пекинского института. Эта школа основана замечательным доктором Хуаном, который преподает на таком высоком уровне, где совершенно даже нулевой человек может понять, как этими методиками работать. Я работала методиками славянских техник, мексиканских техник, но китайская медицина, которая уже 5000 лет доказывает свое первое место в этой области, ну, здесь говорить уже бессмысленно. И хочу сказать еще очень большое спасибо всей группе. Такая атмосфера, такой позитив. Да, позитив. Да. Да. Мы много смеялись, мы много общались, мы будем все дружить. Спасибо вам большое. Пятерочка, пятерочка. Наталья Долозмитлава. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, раз, два, три. И еще разочек. Рамочку. Раз, два, три. Столько всего хорошего сказали, я сначала ничего не поняла, вообще ничего, но, слава богу, научилась за 6 дней. Это была тоже мечта, я рада, что попала. Я сразу решила, что не пойду учиться не у мастера. Очень много не мастеров в нашей жизни, надоело просто. И вот очень рада, что сюда попала. Мне казалось, что это случайность, я просто тыкнула пальцем в интернет, думаю, ну ладно, съезжу. Я не смотрела ни Пекинский институт, ни что это вообще. Я просто увидела, что вот мастер. Вот, просто и все, и приехала. Но очень довольна вот этим опытом. Мне трудно сказать, как я буду его применять там, у себя, но где надо пытаться. Где у себя? Где у Финляндии, Финляндии у нас. Финляндии. Финляндии, так да, что все финские люди, готовьтесь. Суперспециалист. Там точно такого нету, специалиста. Точно. Хельсинки, да? Перспектива, да, есть хорошая, поэтому... Ну, мне нужно к этому вот так же, как сказали юристы и так далее, мне нужно к этому подготовиться, как бы, серьезно. Это не просто так. Вот. Поэтому я очень рада и очень вам благодарна, вы действительно супер. Вы знаете, когда приезжаешь из-за границы, я такое ощущение, что я вдохнула воздуха, и выдохнуть до сих пор не могу. И подъехала. У вас так это много, и все вы молодцы. Очень вас люблю, обнимаю, надеюсь, что мы все встретимся. И надеюсь, можно поддерживать связь, вопросы, ответы. Потому что они будут у всех. Будут у всех. Благодарю вас. Давайте вас повышу. Тогда у вас сертификатовая общая. Да. А, уже общая фотография? Да, да. А что? Сертификатная. Да, да, сертификатная. А кто на... Это Вася. Подожди, пусть все встанут. Модель пришла. Сертификатами. Вы тоже придете. Я сейчас... Модель, передвигайся. А, надо кинжевать. Мальчики, наверное, сядут. А, может быть, на стульчики сядут? Да. Еще, еще. Ну, еще. Да, сейчас все придут. Нам видно. И я пойду. Ну, высокие. Нет, так мы не поместим. Сейчас, секундочку. Таня. Сейчас, секундочку. Синяя. Секундочку. Настя, все серьезно. От меня подальше. Надо лицо благодарить. У нас больше нет специалистов, да, верно? Вот, правильно. Надо синий, а мальчики пускай замыкают.
Как зовут? Откуда? Да, быстро расскажем, как зовут и откуда. Какой профессор? Там видео есть. Кто первый? Я? Да. На видео снимать? Нет, там видео. Есть, там все идет. Что-то идет? Да. Тогда по очереди. Меня зовут Татьяна Корягина. Я работаю в салоне красоты и здоровья «Белый сад», работаю врачом-рефлексотерапевтом уже более 2 лет. Я из Москвы, приходите, пожалуйста. Да, молодец. Я вас жду, клиенты, дорогие. Я Яков Иосиф, из города Саратова, работаю врачом, анестезиологом-реаниматологом в городе Саратов. Мамонтова Светлана, город Севск, Брянской области. Я работаю терапевтом, массажистом, одновременно косметологом. Жду всех. Приходите в Севск. Наталья, Финляндия, врач общей практики. Жду всех в Финляндию. Наверное, нужно так сказать. Хельсинки, да? Я Зоя. Просто учусь. Зоя очень хорошо, на самом деле, диагностирует и уже готова к практике. Говорю как специалист. Слово Дарья, доктор физиотерапевт из Санкт-Петербурга. Так что теперь рефлексотерапевт. Приходите. Да. А что, специалист? Шипруклина, город Старый Оскол, Белгородская область, врач-дерматовенеролог, косметолог, кожвен-диспансер. Так что жду вас к себе. Антонова Анастасия, город Воронеж, врач-дерматокосметолог, работаю в клинике. Приходите. Урал Станислав, из Москвы, я экономист. Но как тебе специалист, народный? Соколовская Ирина, город Псков, занимаюсь телесной терапией, профессиональная доула и психолог. Белоусова Инга, город Старый Оскол, Белгородской области. Свой имею центр по косметологии. И приглашаю всех на новые процедуры с акупрессурой, на лифтинг, на омоложение, на оздоровление. Потом мы еще специалисты традиционные. Традиционной восточной медицины. Вообще-то профессор, да. Все, тогда мы фото делаем. Ага, давайте. Итак, Игорь Сантальевич. Так, хорошо. Много. Меняй положение как-нибудь. А все какашку съели, нет? Сосиска. Ну, кто-то улыбается, есть. И можно еще ли это как-то терять, кто надо? А, можно еще вот так, давайте вот так еще сделаем. Да, давай. Ура! Под лап влияю. Еще разок. Еще это кровь, это любовь, не любовь. Вот это жест, это любовь. Мы там любовь. Все желаем вам любви. Целовь это. Доктор Хуан, вот это я запомню, буду всегда все понимать. Это мили любовь. Что это у доктора Хуан?